новый конденсатор и мерит 0,5 вольта. Вот сейчас мы его берем и перемкнем конденсатор. Оп, мы его перемкнули и обнулили. А теперь обратим внимание, конденсатор начинает набирать емкость. Медленно, но набирает. Кстати, тут можно еще переключить, чтобы увидеть, как он быстрее набирает. Набирает. Просто ни к чему не подключенный. Обратите внимание. Набирает. Набирает, набирает. Вот уже. Переключим вот так, чтобы лучше было видно. И так он его будет набирать до 0,5 вольта.